2 февраля во Дворце спорта имени Али Алиева стартовало первенство Дагестана по боксу среди юниоров. За призовые места будут бороться спортсмены возрастной категории от 17 до 18 лет. Заявлено 146 участников во всех весовых категориях, которые присутствуют в олимпийской дисциплине. Поэтому будем отбираться, будем выбирать самых лучших, тех, кто могут представить нашу республику. В первенстве Дагестана принимают участие команды из разных уголков республики, которые были отобраны на своих национальных первенствах. По словам первого заместителя руководителя Федерации бокса Дагестана Досталия Гейбатова, основная цель проведения данных соревнований – это отбор спортсменов в сборную Дагестана для участия в дальнейших состязаниях. Лучшие боксеры республики будут отобраны и будут принимать участие на первенстве СКФО, то есть отборочное соревнование к первенству России, который пройдет во Владикавказе. Спортсмены, занявшие призовые места, также получат подарки, грамоты и денежные призы от Минспорта Республики. Сразу после завершения соревнований состоится первенство Дагестана по боксу среди юношей в Кыркмаскалинском районе. Асия Тумалатова, Амарбек Газиев, новости телеканал «Среда».